Да, лучше патронов. Сейчас, подожди. Ты торсионный вал делал? Да, есть один. Тогда я делать пока. Или сделать тоже на всякий случай. Знаешь, пусть тоже будет, черт с ним. Чё тебе надо? Патроны. Как уж тут? Держи. Всё? Ну чё, пойдём? Бессмертного убивать. Угу. Ай! Я не целуюсь с незнакомцами, отстань! Фу, гадость какая! Ломай шею, Айзер. Она меня поцеловала. Ой. Ой. Ой, искорки. Что? Блин, я хотел прыгнуть. Не то. Да не, нормально. Это ж старая система. А. Кораблик-то советской, до советской постройки еще. Меньше патронов, если автомат получается. Ты чё психуешь? Ты чё психуешь? А ты чё психуешь? А ты чё психуешь? Порнуху пока отбил. Чё-чё? О! Привет из второй, то ли второй, то ли первой части. Я даже не помню, откуда этот ролик. Второй. Молодец, чувак, да? Вот если так подумать. Что такая херня происходит, а он еще видеоролики записывает. О, это нашел. Артефакт. Ты где вообще? Наверное, ушел уже, а что? Ты артефакт я нашел. Ну ладно, хорошо. Ты же его подобрал? Да. Ну все, что. Сейчас я его прочитаю. Подожди. Да куда? Какая нафиг миссия? Артефакт. Читаем, читаем, читаем. Все, прочитали. Интересно. У меня есть очень большая причина, почему нам не надо спускаться вниз. Хочешь, покажу? Да, там дро. Точно. Где чё? А вон, да, вот видишь, да, вот я считаю, что нам вниз не надо. Нам домой, надо домой. Я говорил, надо на землю было лететь, а ты полетели туда, полетели, да, давай посмотрим. Я вообще ты был. Напарник требуется больше места. Сейчас напарник столько кирпичей отложишь, что тут никакого места не хватит, блин. Кто ж так крепит-то, они могли за пояс еще зацепить. Там дрона можно поставить? Можно. А, нет, не так. Тоже, кто как он придумал бессмертную тебе? Так это же в первой части, этот сумасшедший ученый. Мудак, блин. Что, здесь нечего больше золотать? Замерзли. Пошли отсюда, а? Я его приморозил слегка. Че не лезешь-то? Да лезь, блин! Он причем, по-моему, не один. Их по-моему много. Нет, здесь он один. А вот где-то там в дополнении их будет дохренищем.
Станок. Кстати, около станка можно спокойно, по-моему, лутаться, если я ничего не путаю. Да? Да. То есть можешь спокойно стоять тут, ничего, он здесь не должен появиться. Вроде бы. Че, идем дальше? Ничего от станка не надо. Да вроде нет. И вот со твоим же шипом в лоб, скотина. О, сейчас будет геморрой. Сейчас двое сейчас будет. Нет, он, по-моему, будет один, тут просто еще целая куча уродов будет. Запустил. Дайте мне шип. Я вам ему мажу. В голову. Да ты этого контролируй, с этой фигней разберусь. Составить к нему. Сзади. Ничего, нет. Где? Все. Нет. Там под завязкой стоит, если что есть. А, еще ждать это, когда он уже становится. Так потом его можно убить. На стене под зарядка. А, красный. Ой, сзади, сзади, второй. Грузик твой будет. Ой! Нельзя меня жрать, дура! Хвост я отрываю за. Отрывай хвост! А, твой пришел ко мне. Это не мой. Стой. Уезжаем. Валим. Запчасти. Все. Какие нахрен запчасти? Поехали отсюда. Нас тут не любят. Ну что, поехали сначала на центральную? Давай. Ну, не по кусту, главное. Главное, не по кусту, это точно. Хорош меня двигать. Сам ты двигаешь. Вот, когда руководствовались созданием этого корабля, о чем думали, создавая вот такую систему переездов, блин? Ну, типа же там должно быть ниже. Ты уже разорвала. Пукан оторвал. Сзади. Так. О, хилечки, патрончики. О, взломчик. До золотаться сначала, нет? Давай взломаем. Тут патроны были, хилки, нет? Давай взломаем, ты куда пошел? Лутаться ты ж сам меня. А почему у меня активировался? Вот так вот. Хитрая система. Ну. Ну мы хакеры прямо от бога, ё-моё. Ты там что и надо, а нет? Нет. Вот станок. Ну станок классный, блин. Гилья. Путлёный. Конический рассеиватель. Что знакомое? Так он у меня, он одет. Вот этот хрень. Да. Кинетический этот, шандарах. Ну, ты постоянно нажимаешь, да? Чтоб стрелять. Ну да. Можешь себе наверх ходить вместо автомата? Смотри, я его вниз поставил, наверху-то у меня автомат как раз таки. Не, ну у меня револьвер наверху. Подожди, а кинчики это у нас... На что он надевается, этот кинчики? А? Я пытаюсь вспомнить, подожди. Излучатель Теслы? Он на плазморез одевается. Хм, странно, плазма. Подожди, кинетический рассеиватель. Стандартный вариатор. Ну вот, создает кинетический дробовик с высокоударной силой. По-моему, это он. Вроде бы. А может и не он. Сейчас посмотрим. А вот кинетический рассеиватель. Где это дробовик. Он? Это другой немножко.
Он в этом должен быть. Тяжелая станина, метрический зонт. А, понятно. А, понял. А нет, это конический рассеиватель. Это дробовик. Что-то я ничего не понимаю, ладно. Короче, плазморез и стандартный вариатор. Все. У меня теперь есть дробовик. Эх, как мне нужен стазис, как не стазисная оболочка-то нужна, а? Зачем? Ну, чтоб патроны стазисили противников. Че, пойдем? Сейчас, заберу дробовик. К этому придурку. Можешь смотреть. Где ты? Я тебе и так верю. Ну, я понял, да. А может, и не понял. Хрен его знает. Куда же спальня? Почему я сейчас... Я сейчас жесточайше экономлю патроны. Уронил его, оторвал ему лапу, добил его лапой. Умри, псих, иди к нам, мы тебя убьем. Представляешь, как ему страшно здесь было одному? О, мы здесь же будет сейчас драка большая. Угу. Я, кстати, эту подрывашку взял, так что аккуратней. Тут дофига их, тут стазисы, подрывашки не везет. Даже драка будет масштабная. По-моему, разве сейчас? Не попозже? Попозже. А, тут взрываться будет потом, когда. Да, сейчас надо дверь... Сейчас, подожди. Я соберу все, что здесь есть. Тоже. Все собрали? Да, здесь. Ладно, пойду дверь открою. Вот они же будут взрываться. Угу. Вообще странно этот взрыв, да? Получает этот взрыв через для того, чтобы привлечь этих тварей. А-а-а. Потому что они же, блин, сзади. Был. Кстати, я не могу от него руку взять. Не оставил ему руки. По-моему, все. Или нет, еще остались? Вот, что где? Шпит. Внизу, что ли? Походу. Пригвоздил. Ой, еще один упал. Ой, сзади. Ой, спереди. Там еще один лезет. Да я в курсе, я тут перезарядиться никак не мог, блин. Просто. А, так чё тупим-то? Чё? Тьфу ты, тут взлом надо же сделать, ё-моё. Так они все больше, наверное, не полезут. А может? Наверное. Может, тут можно было сразу взлом сделать. Типа один защищает, другой по-быстрому ломает. Да не? А может и нет. Ох, нападало-то, нападало. Да, да, я тоже побежал туда. А там внизу тоже что-то есть, да? А, тут дофига всего, тоже вбивал же. Здесь-то они все толпы были. Ой, красота, ой, красота. Сколько вкусного.
Ням-ням-ням-ням-ням. Ну и такие-такие. Ну, нам, наверное, было разбирать это. Да кем просто, бля. Такая сложность тяжелая, говоришь, да? Угу. Им очень тяжело. О, дрон. По звуку. Да, дрон. Вот тут. Дрон поехал. Аналогично. О, меня окружили. Что-то я не помню, что какой там крывки эти корки делать. По-моему, С. Нет. X. У меня X. Нет, X садится. Не, вперед X. А, все. Назад X, влево X, вправо X. А. Два бота катаются. А то я сейчас хоть на букву урок сделался и забыл. У тебя бот уехал. Да ладно. Стреляй! Он исчез. Ты тебя бот исчез. Нельзя, говорит, убить электричество. Чувак, нельзя ставить выкол там, где вкол. О, стой, 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 сейчас пусть сдохнет. В смысле? Вот тебе раз, я думал электричество их убивает. Так, где эта хрень, ты помнишь? Я не помню. И я не помню. Сейчас перезарядка. Командная работа. Dream Team, ё-моё. Уи. Речумись. О! Перезарядка плюс обойма. Ну, в целом. Ну нет. Я бы все-таки предпочел урон. Мне урон нужен. Опа, тоже. Мне хана. Кар, не бросай меня. Сам уехал. Верни лифт и сам возвращайся. Подожди, ты просил вернуть лифт сначала, я вернул. Сзади. Не знаю, мне нормально все. У тебя сзади, да? Существенный минус этого отталкивающего дробовика кинетического, что он очень слабый по урону. Прям. Очень слабый. То есть. Отличие от обычного дробовика, который просто разрывает всех в упор. Зато этот бьет по всем абсолютно. Че вылез, блин? Лежал бы себе там спокойно. Хотел. Приключений. На свои вторые. О, сейчас бахнет. А вот и бахнуло. Это все? Ой, чувак, мы с этим уже сталкиваемся. В первой части, и во второй, блин. Мне еще так нравится, как Айзек реагирует на это. Типа, как будто первый раз это видит, блин. Забавный такой, странный момент, откровенно. Нифига себе, у меня аптечек, блин. Разбирай. Бот у меня, бот через 6 минут только будет. Дождем, да? Думаешь? Нет. Смысл? Чуть у меня с патронами вообще беда. Вот я же тебе говорил. Так. Ага, обойма и перезарядка. О, нормуль. Это ты там буянишь? Не. Честно я. Не шути так. Как что можно? Ну, здоровая такая хрень с клыками. Так, что-то у меня тут стоит. Темп стрельбы, дам.
Но урон мне ничего нету, она... Ага, обоймы перезаряд. Урон, урон, урон. Я в итоге заменил там кое-что. Все-таки, наверное, здесь обойму. Перезаряд, причем, в принципе, бы. Блин, патрон мало, черт побери. Ты же говоришь, ты же экономишь. Да вот вроде экономил, а все равно ушли. Это я еще экономил, блин. Здесь мне обойма особо не нужна. Хотя вот здесь можно обойму поставить. Че? Так вот сделать. Блин, тут этот бот пиликает. Предлагаю сделать перерыв, подождать, пока бот все-таки приедет. Думаешь? Да, остался-то. Он через 4 минуты будет. Пока чай сделал, там еще что-нибудь. Поднялся. Алло, игра. Зачем, ты, зачем игра звук искусственно повышает? У тебя звук поднялся? Ну, и упал. Хм. Ну что, чайку замутим? Ну давай. Ладно, перерыв в записи. 4 карточки. Аналогично. Дрон у нас благополучно вернулся, народ, так что мы продолжаем шалить и хулиганить. Я просто немножечко шалю. О. О. Дроид где-то наверху. Двигай жирный жоп. А, ты еще, я думал, что уж наверх залез. Ой. Где чё? Ой, дай сам. Кто-то умирает, Саня? Сзади. Зачем ты патрон драчишь? Хочется. 5 патронов стоит. О, здесь. Я дрон запустил. Ну что, опять перекур в записи? Так, а где эта хрень-то? Понял, вижу. Чуть мне патрон перестали выпадать. Нет, падает хрень. О, у меня есть тиры. У меня тоже, кстати. Я тоже на всякий случай сделал. Ну, следующий стой? Угу. Модуль поворотник. Офигенно нужная вещь, блин. О. Да. А это что? Плат перезарядка плюс темп стрельбы. О, вольфрам, кстати. Да. Ну, перезарядка, темп стрельбы. Ну, такое. Ну, нет, не сказать, что уж мне совсем не надо. Есть на что поменять, в принципе. Ну, то есть, есть что там доделать. Но... Ну, да. Ну, толстая жопа, а. Тебя ждать. Хилок падает больше всего. Он меня укусил. Пожалуйста, что нет патрона, патроны стали падать и так все. Я не в при... не то! Не то взял! Ты как взорвал, это и так не забрал же. Че я взорвал? Разве? Да, я. Я по себе. Ящики снизу. Так, по-моему, сейчас опять драка будет, да? Да, сейчас надо клифтовый. Опа, что подобрать нужно? О, я нашел. Артефакт. Сейчас прочитаю быстренько. Так. Бла-бла-бла. Читаем, 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 народ. Выйти из контроля. Все. Ну что, запускаю драку? Да. Computer, arm explosives. Бабах. Ну давай ты с той стороны, я с этой. А чё она мне появилась?
А он тебе сверху упал. А, там тоже дыр. Ай. Ну, лучше. Блин, да шо ж я... Опа! До свидания. Ко мне сзади подобрались. Гоп, стоп, вы подошли из-за угла. Гоп, стоп, заново лутать сюда. Главное, не взорви. Блин, обидно. Как ты так мог? Этот псих впендюрил мне сзади. Что ты? Что ты от меня так, таки хочешь? Тот же самый. Ну чё, подключаем? Что, надо всё золотой сначала? Тяни. Я вроде всё золото. Мы пропустили. Мы это брали, да, вот. Брали же. Вот же. А. У меня аптечка там. Да. Маленькая. Я и сам могу это все взорвать. Мне не нужен голос. Кстати, вот интересно, если все самому сначала взорвать, что будет? Да ничего. Нет, рвай говно. Блин, откуда они лезут, я не пойму. Снизу, снизу, снизу. Да убью их, убью. Это направление можно изменить. Все что ли? Вроде да. Изи. Собрать надо все. Ой, куда да. Ты полез? Куда? В другую сторону, балбес. Да, ну в прошлый раз я просто упустил. Так. А, вот тут панель открылась. Хина, что ли? Давайте, получается. Блин, не то. Вот теперь правильно. Вот прикинь, да? Как они, как им сложно было каждый раз карантин снимать. Идешь со стазисом, крутишь эти рычажки, блин, а? Вот, ребят, заморачивались. Да, техника бесполезна. Наверное, разработчик этого корабля наверное, икал просто как ненормальный постоянно, блин. Чем? Сколько народу материло его, отключая карантин. Мне кажется, ни разу не было карантина до этого момента. Да сейчас залутаем, там останавливать, чё ты? Так, а чё, драки не будет? Ты просто так тратишь. О, запись. Текстовое сообщение. Да понимаем мы, что ты жить хотел, чувак. Чё, тут вообще ничего нет. Ну, слышишь, на лифт обратно.
It's not the dying that scares me. It's not making a difference before I do. Should be able to make it back to the conning tower now, I think. Что, пойду, иду. Иди. Иду. Жалко, я тебя пальнуть не могу в задницу. Лишнюю дырку сделать, блин. Ох ты. Тихо. Мы своим топотом сломали решетку. Нормально, топнул по полу, сломалось сверху, блин. В смысле сбой соединений? А? Алло? Алло? О, все. У меня появилась табличка «Сбой соединения». Я тоже. А что это откуда вообще? Знаю. Это в игре или диско... Это кто... Что это такое? Интернет у кого-то. Подожди-ка, стой. Стой здесь, не уходи. Стой. Нет, отойди подальше. Что? Нет, это не в игре, значит. А сбой... интернет код палился на время. А, интересно. В Дискорде тоже лагал. Ну ладно. Первый раз такое вижу. Что это я пропустил? А, здесь были. Что за звуки? Снизу где-то кто-то, походу. Долбится. Точно! Ладно, ну и нахрен, поехали. Будет надо, сама догонит. Мы сейчас равно к ней идем. Разве? Ну, типа жирная жопа с лестницы. Меня. Кто следующий? Да я сам тебя трогаю. Нет, главное, ходит, мешает мне стрелять, блин. Я не могу, капец. Придурка. Идиот. Минута 20. Что, постоим, подождем? Да, в принципе, пока сейчас будем возиться тут. У меня вон модуль поворотника, перезарядка, темп стрельбы, сейчас куда-нибудь. А, точно. Вот, пожалуйста. Перезарядка, темп стрельбы. Есть куда поставить. Опа. Перезарядка прям чуть-чуть сдвигается, пипец. Копеечки прям. Ну, блин, все по единичке, как бы не было смысла особо сейчас не стараться. Мне все вроде более-менее норму вложим.